Альбом, который у всех на слуху. Альбом, который рвет чарты и мою ленту ТикТока. Да, он играется в ТикТок. Лютые фанаты и лютые разнослица, в пятницу того дня. Этот день запомнят навсегда. Я не заядлая фанатка Кизару и Тейпа, но 4 трека я себе добавила. Свек, без лишней болтовни переходим к теме ролика. Здесь не будет такого, что я полностью буду перебивать биты Тейпа и Казаруса. Я просто, но стильно, сделаю биты в их стиле. К полной перебивке обращайтесь к Рыжему. Ну, короче, вот это. Кстати, спасибо за 100 подписоты и ваш лютый актив. Люблю, целую в пупок. До конца года косарь бы добить. Да. Сейчас во мне ощущаю себя лавелик, мои тусы от бабели, нахуй закон, я маверик, мой хоми. Начнем с самого простого. Трек 90 пробелов, темп 90. Вообще весь альбом сделан в такой скорости. Медленный и человый. Все хип-хоп-хиты делаются на такой BPM. Я не Моцарт, но мы возьмем какую-нибудь пианинку. Для этого у меня есть охуенный плагин, и ты спросишь, а где его можно скачать? В интернете. Мелодия должна быть в 3 ноты, не больше. Если больше, то ты слишком продвинутый, иди биты делай с Метробумином. И тут я по случайности и по своим рефлексам битмейкерским добавила хеты. В бите 99 прокладок, вообще нету хэхитов. Клеп. Расставляем на каждый второй такт. Но это как закон гипотенузы, ты должен знать, кик. Нужен не сильно громкий, и чтобы он сливался с басом в порыве страсти. Бас. Копируем от кика и вставляем, растягиваем, меняем, кредит получаем, покупаем. Еще я заметила, что в начале дропа есть некий взрыв или пистолетный выстрел. Добавила. Результат. Ну вот как бы и все. Я не знаю, что ваши там любимые блогеры битмари там разбирают. 4 дорожки, пердящий бас и мелодия в 3 ноты, которая играет на протяжении всего трека. И самое главное, это не то какой бит, а то как артист на него зачитает. Молодой Тейп, ну и хули. Появляюсь, суки, и тебя не проснулись. Давайте усложним задачу и немножко поебимся над битом. Трек Бандана. Симпл взят откуда? Правильно, из Форсажа. Так давайте тоже спиздим симплы с Форсажа. Пошел нахуй Форсаж. Заходим на сайт, пишем скачать саундтрек Форсажа. Хуйня. Залупа. А вот это нам сойдет. Это что-то гангстерское. Это что-то кочевое. Скачиваем. Бэйби Волкер так и не вышел. Вчера мы говорили с Богом, он меня не понял. Для начала нам нужно узнать тональность и темп этого бита. Ты спросишь, а как это сделать? В интернете. Заходим на сайт Тонит Батя. Нажимаем на кнопку Гейфистинг. Засовываем наш трек, и он нам показывает вот это. Темп 94, тональность би минор. Кидаешь эту духвастку на ножу строй площадку. Слушаем наш трек и вырезаем нужный момент, но не больше 15 секунд, ибо прилетит апы и тебя нахуй снесут. В каждом треке есть маленькая микропиздочная пауза в начале, и ее надо вырезать как аппендицит, ибо весь наш бит может пойти не туда. Фундамент заложен, нос заложен, кидаем драмку, ведь мы можем. Прямые хайхети и хлопки по жопе, как в предыдущем бите. Самое главное в бите — это, конечно же, кик. Вслушайся в свой симпл и расставь кик как дуже угодно.
Между тобой и битом должен быть симбиоз, это как в сексе. Самое главное — это вовремя сделать сайдчейн, бас. Выбираем понравившийся бас, не слишком длинный и не слишком короткий. Меняем настройки envelope, чтобы не оставалось хвостов баса и чтобы мы могли управлять мелодией баса в пианороле. Ctrl-S, Ctrl-V, Ctrl-L. Качает неебически. Для разнообразия накинем пару звуков, к примеру, опенхеты. Свек. Дело осталось за аранжировкой. Мой ебанутый мозг взял и сделал из этого симпла музыку из какого-то старого фильма про космос. У меня у одной в последнее время FL начал постоянно вылетать. Ебучие пиндозы. Осталось это только сохранить. Все, наш бит готов. Можно выпускать рэпера из подвала, чтобы он навалил репаса на этот шедевральный бит за 5 минут с музыкой из Форсажа. Внимание, продается X5 93 года. Карбюратор, инжектор, инспектор, проректор, икпорт, блютуз, туз, козер, валет, дама, румба, сальса, танго, манго, мисс Бахар, сеть магазинов Сабина, DVD, VCD, впереди, не перди. Стой, остановись, это еще не все. Так уж и быть, я сделаю перебивку лучшего, на мой взгляд, трека с этого альбома. Гангстерский, стильный, с звуками из 2000-х и в стиле жета, рита и диета. Темп 90 патронов, всаженных в твое пузо, когда ты пытался спиздить кабачки соседнего огорода. Кик. Один и тот же рисунок повторяется 4 раза. Нахуй разнообразие. Снейр по стандарту. Два снейра по стандарту. Хай-хеты, не триповые. Я не врач, но я просто взяла опенхеты и немного обрезала. Штука, как в названии трека, рита. И еще одна рита. Я что в деревне? Ты спросишь, что за странный эффект на нем наложен. И я отвечу. Повешен дилей 3, с такими настройками. Переходим к мелодии и басу. И басу, ха-ха. 3XA, КС. Останавливайте это видео и запоминайте рисунок. Я подбирала его 3 часа, и это заслуживает твоего лайка, бра. Мелодия пилы. Я, конечно, могла открыть плагин GMS и выбрать там прям точный пресет баса, но я решила подзаебаться и накрутить свой и похожий. Нахуй легкие пути, мы в колготках. Мелодия пилы повторяет мелодию баса. Ctrl-C, Ctrl-V. Если послушать сам трек, то можно услышать какую-то дудку на фоне, которая играет не так, как мелодия пилы. И я взяла орган от Xpend, вот он, если чё. И для разнообразия накрутила звук в серуме для полного разъеба. В принципе, все коротко, четко, ясно и по делу. Слушаем бит. Thank you.
ебать я хороша. Вот такой ролик у меня получился. Знаю, проебалась на неделю, ничего страшного. Ролики выходят раз в месяц, знаю. Простите, просто осенняя депрессия в 0 лет. Если тебе вкатили эти разборы, то подписывайся на мой канал, а я на твой анал. Надо срочно добить 1к до Нового года. И я это сделаю. Мне похуй. Все, я пошла стрелять в копов и курить крэк. Всех целую в пупок, пока. Свек. Говно, залупа, пенис, хер, давалка, хуй, бледина. Головка, шлюха, жопа, член, еблан, петух, мудила.